Я хочу рассказать вам о своем прапрадедушке. Его звали Ежов Иван Алексеевич. Он родился в 1908 году, и в июле 1941 году пошел воевать. Он был стрелком в 917-м полку 1-го Украинского фронта. В феврале 1942 году он был тяжело ранен и попал в госпиталь. Он поправился и снова пошел на фронт и дошел до Берлина. В октябре 1945 года он вернулся домой с орденами и медалями. У него было много-много медалей за отвагу, за боевые заслуги, за взятие Берлина и еще много-много других. В прошлом году мы проходили с его портретом «Бессмертный полк». Жаль, что в этом году не получится. Мы всегда его будем помнить, гордиться им и любить. Спасибо вам за ваше мужество в бою, за вашу боль, за ваши раны, за жизнь счастливую мою. Земной поклон вам, ветераны!